Здравствуйте, в эфире программа «Место происшествия». Каждый день я и мои коллеги рассказываем вам о главных происшествиях области и города. В студии Татьяна Караханова. Смотрите в нашем выпуске. 62 условных разовых дозы метамфетамина, которые он прятал в холодильнике. Получили на троих. В Калининграде задержали банду наркодилеров. Ну, куртка теплая, не? Да какая теплая, простая куртка. В погоне за модой бездомные воруют одежду. Отпустили, да и все, и все. Ну, я вам заплатил. Тоже цену. Может, договоримся? Подкуп инспекторов ДПС. Покушение за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и по предварительному сговору. Такой вердикт вынесут Ленинградского района двум калининградцам. Еще одному 23-летнику, участнику этой преступной группировки, суд вменил покушение на пособничество. Более подробно в первом материале нашего выпуска. Все случилось весной 2011 года. Троица калининградцев решила подзаработать, но выбрала для этой цели незаконный способ. Молодые люди занялись торговлей наркотиков, а именно метамфетамином. Распланировав свои действия, они четко распределили роли в преступной банде. Один подготавливал товар для реализации, другой фасовал и передавал третьему подельнику, который занимался поиском клиентов. При очередной попытке сбыть 20 условных разовых доз наркотиков, молодых людей и задержали. Калининградские наркополицейские нанесли визит на квартиру, где проживал организатор этой преступной группы. В ходе обыска у него на квартире было обнаружено еще 62 условных разовых дозы метамфетамина, которые он прятал в холодильнике. После чего, конечно же, организатор был задержан, весь метамфетамин был изъят. Суд приговорил одного к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другого к 5 годам, а самому младшему участнику банды суд назначил условное наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком. Татьяна Караханова, Андрей Шелест, специально для места происшествия. С наступлением весны не только калининградские модники спешат облачиться в новую одежду. Накануне вечера на улице Октябрьская бомжи ограбили молодого человека. Они сняли у него новую куртку. Но тот не растерялся и обратился в полицию. Через 5 минут грабителей удалось задержать. Как только наряд полиции припарковался у места сбора подозреваемых, коллектив бомжей тут же объявил себя потерпевшими. Да ничего не случилось. Ну, ночевать негде. Ну, просто бичуем. Просто хотели мы бичуем. Ночевать в гаражах. Угу. А нас оттуда выгнали, сказали, типа, разобьем. Игорь и Алексей – главные герои сегодняшнего вечера. По словам задержанных, они никого не обворовывали. Мужчина сам предложил поменяться куртками. Мы куртку не снимали. Давай, говорит, поменяемся куртками. Да. Уголовный вопрос. Я ему кожаную отдал. Вот это... А он мне эту. А они поменялись, они взяли, просто поменялись, и все. Позвал его домой. Куртка оказалась впору одному из друзей. Правда, сам Алексей был не рад обновке. Не нравился ни фасон, ни качество материала. Ну, куртка теплая, нет?